Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал. Как вы догадались, не случайно звучит песня в исполнении Жанны Волковой, к сожалению, оставившей этот мир уже. Замечательная была женщина, потрясающая певица. 11 сентября, это трагическая дата, и я помню, да, кстати, я забыл представиться, меня зовут Сергей Зацепин, напротив меня Олег Патлок, здравствуйте. Здравствуйте. Мы не могли пройти мимо этой даты, безусловно. Ну, мимо этой даты, по-моему, уже никогда невозможно будет пройти, потому что, наверное, мы разделили историю Америки до 11 сентября и после 11 сентября, и мы вспоминаем об этой дате довольно часто, и особенно сегодня, когда прошло 19 лет, мы, ну, даже, наверное, неправильно сказать, отмечаем 19-ю годовщину. Мы не отмечаем, мы скорбим, мы помним эту террористическую атаку на Америку, в результате которой погибло в общей сложности более 3000 человек. И вот сегодня памятные траурные мероприятия проходят в Нью-Йорке у мемориального комплекса на месте разрушения башен-близнецов. Я знаю, что президент Трамп сегодня в Пенсильвании на месте падения одного из самолетов. Вот интересно, в нашей группе радио NVC одна женщина написала: «А кто где был в это время?» И сразу вот нахлынули воспоминания. Я помню, я тогда работал программистом, и в компании у нас зашел наш database administrator и говорит: что-то там случилось непонятное в Нью-Йорке. И у нас был там клуб здоровья, где мы занимались спортом во время обеда. И там был телевизор, и мы побежали все к этому телевизору, и вот мы смотрим, как горит одна из башен. И вообще не понимаем, что произошло, из-за чего, потому что там, по-моему, даже сначала не поняли, что врезался самолет, и вот у нас на глазах врезается второй самолет в эту башню, и мы все стоим в недоумении, и потом... когда на глазах рушатся вот эти две башни. Ну, ощущение, конечно, не то, что не из приятных, это просто был какой-то кошмар. Вот люди не знали, действительно ли это война начинается. И я помню... Или это фрагмент фильма какого-нибудь. Мы начали звонить нашим друзьям в Нью-Йорк. Телефоны не работают. Потом уже мы узнали все эти истории от наших друзей, которые были рядом с ними. А у меня есть знакомый, который работал в компании, русский держал эту компанию, и компания находилась в одном из этих вот зданий, и в тот день он компанию закрыл, значит, там что-то у них было, они что-то праздновали, какую-то они заключили сделку, и он сказал, что мы там пару дней, мы не работаем, я даю вам выходной, вот все выходные, и таким образом вот люди спаслись. А одна женщина написала сегодня, что ее сын, он был в отеле в это время, прямо напротив этих зданий, и слава богу, он остался жив. Вот. И я читаю вот эти воспоминания людей. Вот каждое воспоминание, оно написано с таким вот, знаешь, с такой тенью. Я даже не знаю, как это сказать. Ну вот за душу берет вот каждый рассказ. Ну, вот видно, что люди настолько прочувствовали вот это горе. А еще я помню, как буквально через несколько дней мы поехали в даунтаун Чикаго, и даунтаун пустой. То есть народ действительно испугался, потому что неизвестно, что дальше будет. Я тоже ехал через даунтаун здесь. А, кстати, я 10-го был, проезжал мимо башен-близнецов, был в Нью-Йорке, ехал в Чикаго. И в то же время, Сережа, я вспоминаю вот эти ликующие, радующиеся лица, люди с лицами, с улыбками на лицах, которые там раздавали детям конфеты, и не там где-то, в Палестине или в Ливане, здесь, в Нью-Йорке, и вот
ну, говорят, да, что ну не все террористы. Ну, я понимаю, не все террористы, но как же такое огромное количество людей вышло на улицы, и они праздновали чуть ли не победу над Америкой. Вот это, а ты помнишь, вот это меня пугает. А ты помнишь атмосферу, когда чествовали так называемых first responders, полицейские, пожарные, которые бросились туда спасать, помогать, а многие из них погибли там. Многие потом заболели, умерли от осложнений. А многие, у них даже с психикой стало что-то не так, потому что люди говорят, то, что они там видели, в кошмарном сне не приснится. И вот спустя 10 лет после этого события, как коренным образом изменилось отношение к полицейским? А то, что происходит сегодня? То, что происходит сегодня. Ты понимаешь, самое интересное, не интересное, а самое страшное, что когда они громят магазины, они это сопровождают криками «Смерть Америке». Угу. И это позволяет себе вот эти вот молокососы другим именем их не назвать, потому что они еще в жизни ничего не видели, не прочувствовали и абсолютно не понимают, что такое политика. Этому были свидетели Сережа в прошлое воскресенье, мой сын. Я, к сожалению, не смог попасть в Хайленд Парк. Когда ходили вот эти вот девчонки по 12 лет и показывали пальцем и кричали F-words, чтобы оттуда убирались. Что вот эти 12-летние девочки, которые, может быть, еще в куклы нужно играть, что они вообще знают о том, что происходит? Где родители? Они еще даже не родились в тот... Где родители? Что родители делают со своими детьми? Почему они позволили им туда пойти и позволили вести себя так? А ты знаешь, что их организовала учительница из Lake Forest High School? Да, я читал ее выпады, я читал ее высказывания, я прошел ее профиль. Человек работает в high school, получает огромные деньги. Кстати, я посмотрел эти зарплаты, которые получают учителя. Я не понимаю, что они еще там, что им не нравится. Вот эти вот забастовки их. Вот. И вот эти вот девочки 12-летние, это продукт их деятельности, продукт работы этого учителя. То есть налогоплательщики ей платят приличную зарплату за то, что она воспитывает таких отмороженных девочек, которые ненавидят эту страну. Сережа, даже помимо ненависти к стране, никакого уважения к старым людям, пожилым. Я боюсь, что они даже смысл этого слова не понимают. Оно им даже не знакомо. Естественно. У них, кроме ненависти, по-моему, ничего не было в этих глазах. Как можно было стоять ветерану, пожилому человеку, 80-летнему, кричать вот такие гадости, показывать пальцами? If you go F yourself... И все, больше ни одной мысли. Вот это будущее Америки, вот это пугает больше всего. Потому что вот это вот, как ты говоришь, отребье левое, это уже даже не левое отребье, это просто... Звонок у нас был, да, или что? Был звонок, да, кстати, если вы хотите поделиться своими, пожалуйста, воспоминаниями или своими соображениями по поводу того трагического события или по поводу сегодняшнего дня, 847-400-5200, телефон нашей студии, обязательно дадим вам такую возможность. А вот интересный текст в «Континенте» Лена Пригова написала. Давай примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. В этот день я взяла day off, конечно, понятия не имела, что такое может случиться, и в 8 часов, наверное, мой сын с хайвея, он ехал в университет на занятия, говорит: включи, мама, телевизор. Мы включили телевизор, и я не могла оторваться до самого вечера, я была просто как не в себе. И после этого прошло несколько дней, и я начала искать литературу. А что это такое? Почему они напали? И стала изучать вот этот вот ислам, что он нам грозит и все прочее. И вы знаете, я вообще-то говоря в шоке до сих пор, что так мало людей заинтересовались этим и не понимают, какая для нас это страшная угроза. И вот наш этот бывший президент Барак Хусейн, как его выбрали после 9-11? Это для меня до сих пор непонятно совершенно. То есть у людей мозгов
начисто, мозги начисто отсутствуют. Мария, кроме огромного живота ничего нет. Мария, а вы помните, что за 8 лет Барак Обама так и не назвал террористов террористами? Он запретил во всех, во всех инструкциях полиции и юридических институтов это название было уничтожено. Да, поэтому эта работа специальная ведется. А ведь там на самом деле вот этот вот Каир, он еще при Клинтоне начал работать. И там у них в этом, в их главном документе написано, что мы здесь не для того, чтобы ислам был равен всем остальным религиям. Мы здесь, чтобы доминировать. И никто не вдумывается в это. Спасибо большое. Спасибо вам. Да. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Извините, я не смогла присоединиться прошлой неделе. Расскажите просто подробнее, как проходила демонстрация, на которую выходили Сергей и Олега сын? Как проходила демонстрация? Ну, как бы вам сказать. Сначала, с одной стороны, стояли сторонники здравого смысла, а по одну сторону улицы. По другую сторону улицы стояли представители прогрессивного леворадикального крыла нашего общества. Причем люди, которые за здравый смысл, они держали в руках американские флаги, небольшие сайны. Никто не матерился. Нет, это в основном это были взрослые, как в большинстве своем это были довольно взрослые люди. А потом постепенно представители леворадикального отребья стали проникать в ряды, то есть там сзади заходить потихоньку. А несколько человек были явно профессионалы, пару афроамериканцев с мегафонами, а еще пару бойцов таких в защитной амуниции. Я знаю, что была там толпа из Buffalo Grove, вот, организованная вот этой вот тоже учительницей. И они начали кричать, этот с мегафоном подходил прям в лицо, буквально несколько миллиметров от лица, орал в мегафон, матерились. Потом вот эти девочки, мальчики 12-летние, которых привела учительница. Кстати, в своем послании она, когда говорила о том, что предстоит это мероприятие в Хайленд-парке, и учитывая, что в Хайленд-парке живет еврейское население, что это является оскорблением, да, для нас. То есть, вот для... А вторая учительница из Buffalo Grove, которая... Она поставила свою фотографию и держала в руках плакат, значит, «За любовь», «For love». Mm-hmm. И я, когда я написал, а где была любовь? Не видно было никакой любви, одна ненависть. Короче, она меня заблокировала. И моего сына заблокировала. В общем, она, там ей слово нельзя сказать поперек. И, между прочим, как мы уже говорили, что вот это движение, которое она организовала, Buffalo Grove, чисто из своих политических соображений, потому что она строит себе политическую карьеру, и не иначе. В общем, вот так все происходило. Стояли мирные граждане, которые поддерживают, которые хотели бы сохранить Америку Америкой, и стояла, противостояла им оголтелая толпа отморозков в возрасте от 12 и старше. Вот примерно так все и было. Были там, ну, таких особых инцидентов никаких не было. Правда, вот эти с мегафонами все время провоцировали. Все время провоцировали. Подойдет вплотную и начинает орать. Ну, вообще-то, если он стоит в 2 сантиметрах от твоего лица, ты можешь по этому микрофону его убрать, потому что... Там была группа белых ребят, которые приехали на большом траке, который потом ездил там, да, сигнально, с флагами. И вот он к одному из них подошел и провоцировал его. Он ничего такого не произошло. То ли он руку отдернул, то ли что-то такое движение было. Тут же полицейские сразу этого парня белого взяли и в сторонку отвели. Ну, не арестовали, правда, но отвели в сторонку. Ну, вообще, я разговаривал когда-то с одним шерифом. А вообще, очень хочется засунуть ему в рот этот мегафон. Есть дистанция, как говорится, safety distance. И ты имеешь право по закону, если это... как говорится, personal distance нарушена, ты имеешь право себя защитить. Ты можешь это расценить как угрозу твоей жизни. Если он подойдет ко мне с микрофоном на 2 сантиметра, поверь мне, как ты сказал, он будет засунуть ему назад в рот. К сожалению, скажи мне, ну, ты прав, наверное, существуют такие законы. И вот я думаю, я уже говорил, по-моему, подожди, я тебя перебью, секунду. Во-первых,
COVID-19. Он должен соблюдать дистанцию. Да. Только из этих соображений его надо убрать. По идее, но, к сожалению. Вот я думаю, вот так, как обращаются с полицейскими. Вот я думаю, ехал бы я в машине, превысил скорость там на пару миль. Меня остановил бы полицейский. Я бы разговаривал с полицейским так, как с ними сейчас разговаривает это леворадикальное отребье. Что бы со мной сделал полицейский? Вообще даже в мыслях когда-то... Вот, ну, можете себе представить, что... на минутку я бы начал орать на полицейского «F you, go F yourself» и так далее. Что бы со мной сделал полицейский? Скрутил бы ласты, одел наручники, закинули в участок, еще бы и осудили. Сегодня... А вот эти ублюдки могут делать все, что хотят. А сегодня, Сережа, мэр сказал, что вот если я увижу одного полицейского с пистолетом в руке... Неважно, бьют они витрины, грабят ли магазины, сносят ли памятники. Но если она увидит кого-то с пистолетом в руке, это будет расценено как personal offense. То есть их будут наказывать за это. Так скажите мне, пожалуйста, как же полиция может делать свою работу, настоящую работу? Кто сегодня пойдет работать в полиции в здравом уме? И можно ли обвинять вот тех полицейских, которые уходят с работы? В Нью-Йорке, по-моему, уже ушло порядка, по-моему, 2000 человек. И уходят не только полицейские, уходят и руководители полиции, и шефы полицейские уже в 6 больших городах, по-моему, уходят. Добрый день. И в какой стране вы хотите жить? Алло. Добрый. Вы знаете, я вчера разговаривал с человеком, который, в общем-то, связан с полицейскими организациями. Вас очень плохо слышно. Я вчера разговаривал с человеком, который связан с полицейскими организациями. И я как раз задал ему этот вопрос. И он мне ответил, полиция тебя больше не защитит. Вот так он ответил. Я и спросил, а могу ли я защитить сам себя? Вот ответа мне на этот вопрос не было. Ну вот что хочу я спросить. Я вчера спрашивал Анатолия, он, в общем-то, мне не ответил. Практически весь Facebook, по крайней мере у меня, забит посланиями от демократов, которые, в общем-то, и Невер Трамперов, которые, в общем-то, забили мне Facebook. Все на русском языке. Я уже не говорю о том, что я читаю то, что они написали, но я читаю то, что пишут в комментариях русскоязычные наши люди. И из Канады, и из других стран, и из Америки. Я не могу понять. Такая ненависть к Трампу, объяснений никаких нет. Я многих этих людей знаю. Ну как, не многих, не некоторых знают. Они глупые люди. Я не могу понять, в общем-то, сущности, чем так им конкретно не нравится Трамп. Вы знаете, вы только что сказали... Хотел объяснить, в чем проблема. Вы только что сказали, не глупые люди, да? Вчера вечером я беседовал со своей подружкой юности еще по Киеву, из Сан-Франциско. Значит, такая левая, умнейшая девочка. Умнейшая, грамотная, интеллигентная. И вот вопрос, ответ на ваш вопрос. Почему? Вот я и говорю, почему? Ну как? Ну, правда, она уже тоже сказала, что она очень недовольна тем, что громят города, грабят магазины, поджигают машины. Этого не должно быть, надо это остановить. И почему это не останавливает? Я говорю, задай вопрос своим демократам, губернаторам и мэрам. Вот. Но в то же время она говорит, все равно, я сегодня не вижу лидера, и я не знаю, за кого голосовать, за Байдена или за Трампа. И я говорю, подожди секунду, ты умный, не глупый человек, вот как вы сказали. Как же ты можешь даже допустить вот вас такое вот, что ты можешь голосовать за Байдена, который через... месяц уйдет, если не через день, и станет Камала Хэрис на его место. Да, Камала Хэрис, это недопустимо. И вот я и задаю этот вопрос, как, я не получил ответ. Поэтому я не могу вам дать ответ, почему, не знаю. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот эта трагедия 9-11, сегодня сравнивают вот это с пандемией. Хотя урон от пандемии гораздо больше, чем от 9-11, к сожалению. Я был свидетелем
Я живу в Нью-Йорке, был свидетелем вот этих всех событий. Я находился где-то в 4-5 кварталах от этого места. В этот момент я должен был забрать в фотошопе, помните, 40 минут такие были магазины по тем временам, сейчас их, кажется, и не осталось. И я оставил фотопленки, и через как раз в этот момент я должен был забрать, и когда я вот вошел в магазин, и эти одна из башен упала, и, короче, вот эти все улицы, можно сказать, 2-3 километра от этих мест, все покрылось мраком, как будто вот наступила ночь. И все везде пыльно, это было ужас. Это, я даже стряхивал свои одежды буквально несколько часов. И потом мы шли по Манхэттену, по мосту Манхэттен-Бридж, Бруклин, к себе домой. Это не было никаких транспортов. Люди, вот эти проезжающие, забирали всех желающих с собой, но это тоже было легче было пешком дойти до дома, чем на машине. Трафик был мощный, да. Ну, я помню, вот нью-йоркцы, очевидцы этого всего, наши друзья, они рассказывали, как, значит, все таксисты, все вот эти кар-сервис, люди просто бесплатно возили, везли людей домой, давали еду, давали пить, потому что люди шли пешком, я не знаю, там несколько часов. Спасибо большое за ваш звонок. Один из моих сыновей в то время работал в Манхэттене, они жили в Бруклине, и он как раз попал в эту ситуацию. Мы буквально через несколько минут продолжим. Да, оставайтесь с нами. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Сейчас ты знаешь, я хотел вот что упомянуть. Вчера вы смотрели, если смотрел кто-то, когда Трамп был в... Вчера в... Пенсильвании когда был? Нет. Сегодня был? В Мичигане. Угу. И он выступал, и его прервали. Прервали криками «We love you». «We love you, we love you». И он сказал: «Эй, стоп, а то я сейчас заплачу». Да, И ты знаешь, я его понимаю. Вот я говорил, что когда мне звонят или там пишут, то ругают меня последними словами, я как-то это воспринимаю нормально. Но когда кто-то начинает говорить какие-то добрые слова, у меня спазм подкатывается к горлу, я понимаю, о чем он говорит. А еще вчера я был просто не то что шокирован, а я был напуган где-то. Если вы видели, как в Нью-Йорке, не в Нью-Йорке городе, а в Нью-Йорке штате, по-моему, это был Фриленд город, идет толпа вот это вот беснующихся, сумасшедших подростков. Рочестер, да. Рочестер, что-то такое, по-моему. Да, идет по улице, и сидят люди в ресторанах, вот сидят на них, смотрят, как они атакуют этих людей, как они нападали, как они... Мирные демонстранты. Одна какая-то черная подошла, сидит пожилая пара, она взяла стакан, начала пить из этого стакана. Другой начал переворачивать посуду. А какие-то трое налетели, сидели две девочки, они на них просто над ними нависли и начали орать. Народ, знаешь, вот они запугивают народ, медиа запугивает народ по-своему, а вот эти вот мирные протесты, мирные, это как Байден говорит, они начали запугивать людей, люди начали бояться физических расправ. Да. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Хотелось бы сказать о трагедии 11 сентября. Вы знаете, я работаю в компании 24 года. Я такого патриотизма видел только дважды. В 2001 году и в 2006. Тогда очень много потерь было в Ираке. Я говорю о сдаче крови. Значит, паркинг-лат. Компания не выдержала. Соседи дали паркинг-латы все. А все бизнесы рядом... Тогда компания находилась на Милуоках, напротив ABT. Все бизнесы, продукты привозили целую неделю бесплатно, потому что много смен работали сверхурочно до последнего, как говорится, донора. Это было что-то невероятное. Патриотизма такого я не видел. Да, к сожалению. Спасибо большое за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос такой, я не знаю, поэтому хочу, вы знаете или нет.
Вот, допустим, гражданин Соединенных Штатов, уже выборы наближаются, он учился в другом штате. Я могу проголосовать за президента в другом штате или нет? Обязательно наехать в свой штат. Мы же не выбираем президента штата. Есть так называемый absentee ballots. Да. Вы можете прийти в свой вилледж, сказать, или ну, на избирательный участок, который сказать о том, что вас в это время не будет. И поэтому я хотел бы получить absentee ballots. Вы получите ballot, вам дадут бюллетень, вы его заполните и проголосуете. Или... насколько я знаю, раннее голосование начнется 19 октября. Вы можете пойти заранее проголосовать. Не, ну а если человек уехал, вот у меня сын живет на Флориде, и там живет уже постоянно, но значит, у него документы все иллинойские, и он не может там проголосовать. А он там зарегистрироваться не может? Но, пока нет, еще нет. Нет, тогда ничего не получится. Он должен либо запросить, но для того, чтобы запросить, бюллетень. Хотя с этой почты сейчас, с этим голосованием, вот это как раз и приведет к неразберихе, потому что люди меняют место жительства, голосуют не там, где они проживают. Если вам пришлют анкету для того, чтобы он запросил бюллетень, он может заполнить эту анкету. Эта анкета, в ответ на эту анкету ему пришлют бюллетень, который можно отправить будет по почте, хотя я не уверен, что эти голоса будут учтены. Да, вы не можете в другом штате просто так прийти на избирательный участок и проголосовать. Нет, это исключено. Понятно, спасибо. Всего доброго. Да. Возвращаясь вот к этой учительнице, которая ее... Из Лейк-Фореста? Из Лейк-Фореста, которая от своего имени, от имени других евреев, проживающих в Хайленд-парке, сказала, что орали в поддержку Трампа, является для них оскорблением. Хочется взглянуть ей в глаза и спросить, а Обама, за которого вы голосовали, и Байден, за которого вы собираетесь голосовать, ну, будучи евреями, очевидно, вы должны поддерживать государство Израиль. Ну, для меня это очевидная вещь, даже не только для евреев. Нормальные люди, это как бы нормально... естественное состояние нормального человека — поддерживать государство Израиль. А что ваш Байден и Обама сделал для государства Израиль? Кроме неприятностей. Кроме того, что поджег весь Ближний Восток, который... Абсолютно. И пламя перебрасывалось все время на Израиль. Ну, еще субсидировали злейшего врага Израиля, Иран. Да, и не один раз причем. То есть разморозили вот эти 150 миллиардов, а потом около 2 миллиардов отправили туда кеш. Вот мне интересно, какой откат получил Бидон и Обама с этих сумм? Потому что и тот, и другой стали мультимиллионерами. Буквально. Стали мультимиллионерами. Байден, который всю жизнь, там, 47 лет просидел в Вашингтоне, получая зарплату чиновника, его жена учительница. Каким образом Байден стал мультимиллионером? У либералов это не вызывает вопросов. У них вызывает, им очень хочется заглянуть в налоговую декларацию бизнесмена Трампа, который, будучи мультимиллиардером, стал политиком. А вот поинтересоваться, каким образом политик стал мультимиллионером, их это не интересует. Мне иногда хочется сказать вот этим евреям из Хайленд-парка и другим, сказать, что у вас от еврейства осталась только фамилия и больше ничего. Если вы можете не поддерживать Израиль, если вы можете называть Палестину государством, которое страдает от атак Израиля, если вы можете поддерживать тех, кто орет против решения Трампа перенести посольство в Иерусалим, как они выступали? Какие вы евреи? Я вам скажу, что скоро Иран, наверное, останется в одиночестве, потому что сегодня вот уже сообщили о том, что Израиль достиг мирного соглашения с Бахрейном. Восстанавливаются дипломатические, да, отношения в полном объеме. Который, да, договорился с Израилем о мире вдогонку Объединенным Арабским Эмиратам. То есть вся тенденция идет к тому, ну, во-первых, вот этот вот жандарм Иран никому не нужен на этом Ближнем Востоке. Сами братья-арабы, они не хотели вот этого вот лидерства одного государства реакционного. Поэтому
сегодня, я думаю, за Бахрейном последуют еще другие страны, и, наверное, Иран скоро останется в гордом одиночестве. И вот посмотреть на эту картину, что сделали на Ближнем Востоке Обама с Байденом. Так вот непонятно, что Сережа, сделал. Сережа, за что дали премию мира Обаме? Точно, Нобелевская премия мира Бараку Обаме, который поджег Ближний Восток, просто поджег. И вот сегодня в группе, вот опять же в нашей группе Радио НВС, одна женщина задала вопрос, и вполне легитимный и нормальный, достоин ли Трамп премии, Нобелевской премии мира. Я там сказал, что я бы немножко, наверное, перефразировал. Достоин, тут двух сомнений быть не может. Должен ли он принять эту премию мира, когда нобелевскими лауреатами были Мандела, Обама, Ясер Арафат, мать Тереза и прочие-прочие палачи? Ты вот. Знаешь, честно говоря, я вовсе не уверен, что Нобелевский комитет одобрит это. Одобрит, да, так сказать, примет решение вручить премию мира президенту Трампу. Это идет вразрез с их марксистскими идеями. Ты знаешь, наверное, вот люди... Обаме за то, что он поджег Ближний Восток, то есть они предчувствовали, очевидно, это, они ему вручили Нобелевскую премию мира. Хотя, еще раз говорю, что сделал Барак Обама, чтобы получить... Ну, кто-нибудь из господ либералов может быть, знает, кто-то знает что-то, чего... Вся страна не знает, за что ему вручили Нобелевскую премию мира. Есть, вот, если ты зайдешь к ним на страницу в интернете, там есть описание заслуг, за что ему дали эту Нобелевскую премию, как и Арафату, как и Мандели. Вот, поэтому не знаю, я, честно говоря, имея в списке вот таких лауреатов, наверное, бы отказался от этой премии, потому что просто, ну, этот комитет уже давно себя дискредитировал. Я не говорю о премиях там в области физики, химии и других наук. Чисто вот этот вот институт, ну, да, премии мира. Про науку я Эл Гор получил премию. Эл Гор приручил. Кстати, вот эти пожары, которые сейчас в Калифорнии. Я вчера с этой же подружкой разговаривал, говорю, как у вас обстановка? Он говорит, ну что тебе сказать, над все машины в пепле, на небе, над головой такой смог стоит розовый. Вот, но самое интересное, что демократы, они тоже тут не преминули упомянуть Трампа и сказать, что это, вот этот пожар, это следствие вот изменения климата. Конечно, это не то, что кто-то поджег, там они сейчас ведут расследование. Об этом они не говорят. Они говорят, что это последствия вот изменения вообще климата. Это как-то символично, что Калифорния и Социалистическая Республика Орегон, где, кстати, слушают нашу программу, да, горят, и там заправляют либеральные демократы. И, кстати, Калифорния, если вы, не знаю, в курсе вы или нет, потратила 11 миллиардов долларов на строительство скоростной железной дороги, которой нет. За эти деньги можно было построить сотни самолетов, которые тушат пожары. Ну так нет, неинтересно. Самолет строить как бы... А так вот построили железную дорогу, которой нет, распилили 11 миллиардов, украли, да. Эти мафиозные семьи, Пелоси, Ньюсомы, Хэрисы, Брауны держат всю Калифорнию, пилят ее, трючат ее как только могут, воруют сколько только могут. И Калифорния, к сожалению, в Калифорнии по-прежнему, так сказать, большинство голосует за демократов. Ну, впрочем, как и в нашем штате. Но я надеюсь, что в нашем штате что-то перевернется. Что-то перевернется. Не может бесконечно быть. Не могут люди быть настолько... Иллинойс — это не только Кук-каунти. Это не только Чикаго. Иллинойс большой. И я думаю, что вот это вот silent majority, вот эти фермеры, которые на юге штата, я думаю, что в этом году... И не только на юге. Да, огромное количество людей, которые понимают, разделяют эту тревогу, разделяют эту озабоченность тем, что происходит в этом штате. Но просто нам всем внушили, что бесполезно голосовать. Думаю, что многих подхлестнет вот эта вот бумажка маленькая, синенькая, которая пришла позавчера, изменение нашей конституции, там, где будут повышать налоги, которые ударят по большим бизнесам, по малым бизнесам. Вот это катастрофа. И я тебе скажу, что, опять же, очень многие владельцы бизнесов, даже те же демократы, здравомыслящие,
Ну, у кого еще мозги остались. Да, да, они тоже подумают, а зачем нам это надо, за кого же мы так голосуем? Вот, поэтому хороший вопрос. Да, посмотрим. Да. Но... Вот то, о чем сейчас упомянул Олег, это изменения в Конституции. У нас существует flat tax, так называемый, единый подоходный налог на всех. Под видом увеличения налога на богатых Прицкер, жулик Прицкер, решил протолкнуть изменения Конституции, которые позволят им, демократам, бюрократам, повышать налоги без, так сказать, без зазрения совести, без напряжения. То есть вот захотели повысить, повысили, захотели и так далее. По-другому демократы никогда не могли, да, поправить положение, чем повысить налоги. Дело в том, что повышая налоги, они и положение-то не поправляют. Ну, как бы, естественно. Можно было понять, если вот повысили налоги, ситуация изменилась. Ничего подобного. Просто чем больше денег они собирают, тем больше они воруют, раздают своим друзьям, своим подельникам. Ничего же не меняется. А когда ситуация об этом финансовая. Говоришь, то демократы говорят, да, а факты у вас есть? Да. Нет. Они сейчас вам выложат факты своего воровства. Да? Они вам расскажут о их черных делах, кому дают взятки, откуда берут взятки. Очередное расследование ФБР в отношении Мэддигана проходит. Там уже кучу демократов взяли за одно место, кому-то уже обвинения будут предъявлены. А эти вот демократы все еще... А факты есть? Есть, уже и факты есть. Факты, уже, да, сколько пересажали вашего брата. И тем не менее он не уходит сам. Не уходит, хотя уже и демократы в законодательном собрании говорят, степ-даун. Пора. Ничего подобного. От кормушки никак не оторвать. Будет зубами, руками цепляться. Собственно, ему все, так сказать, демократы, которые в законодательном собрании, большинство из них, вот сейчас 7 человек, правда, выступают, говорят, что он должен уйти в отставку. А остальные прикормлены, приласканы Мэддиганом, потому что у него такой большой мешок денег, он держит. Что толку придет другой, объясни мне? Налаживать новые связи придется. Неужели? Я уже разговаривал с некоторыми людьми, которые, так сказать, на мой взгляд, абсолютно либеральные, так сказать, до глубины мозга, корней волос. До мозга костей. Да, и тем не менее тоже уже начинают возмущаться тем, что происходит в нашем штате, вот этим бардаком финансовым, вот этой безответственностью, вот этой тратой денег. По поднятием налогов, ФИ всевозможных, жизнь становится дороже. Конечно, дороже, потому что смотрите, как растут налоги и всякие разные прочие ФИ. А это в конечном итоге, или вы думаете... А зарплаты не растут. Или вы думаете от того, что, подняли налоги на прапорте хозяину магазина, вы думаете, это никак не ляжет в цену, которую вы платите за кусок мяса или кусок курицы? Угу. Обязательно ляжет. А то, что увеличили налог на бензин в два раза, Потцкер увеличил в два раза налог на бензин. Думаете, это не скажется на цене конечного продукта, который вы пришли купить, там, помидор, огурец или еще что-то? Конечно, скажется. А вы думаете, это не скажется на стоимости жилья, которое вы покупаете, даже арендуете, даже вы не владеете жильем? Аренда будет расти, потому что property tax растут. У меня в этом году на 2000 подняли еще раз property. Два зарплаты устраивает, вау. Зарплаты устраивает, цены не устраивает, а зарплаты устраивает. И поэтому я все-таки надеюсь, что у народа хватит, здравого смысла, инстинкт самосохранения должен какой-то быть. Убегут же люди, мы же уже на первом месте по количеству людей, которые покидают этот штат. Но это же получается замкнутый круг. Люди, которые платили налоги, уезжают. Да, налоги повышают, люди уезжают, все больше. Во Флориде, по-моему, уже там больше всех из Нью-Йорка и Чикаго. Мы продолжим буквально через несколько минут. Никуда, пожалуйста, не уходите. Продолжаем нашу программу. И давайте, наверное, примем звонки. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Сережа, добрый день, Олег. Добрый. У меня, я вот что хотел сказать. Мне присылает текст-месседжи постоянно Пэт О'Брайен, это кандидат в Кук-каунти, стейт аторни вместо Ким Факс. Вот я просто хотел сказать, чтобы люди, когда получат бюллетени и пойдут голосовать, чтобы проголосовали за него, потому что это этот человек, который заменит эту Ким Факс, которая просто беспредел творит. Она выпустила этих мародеров, которые
в даунтауне разграбили магазины, жгли, воровали, выпустила на волю. Как только тех, которых арестовали, она выпустила без зазрения совести. В общем, она нарушает закон по полной программе. И этот человек, он, если он, дай бог, так сказать, займет ее место, хоть будет у нас порядок в этом отношении. Вы абсолютно вот, правы. Я хотел бы сказать всем людям, которые слушают радио, чтобы проголосовали за Пэт О'Брайена. Вы абсолютно правы. И я надеюсь, что мы сейчас уточняем дату. 10 или 11 октября мы проведем встречу. И я очень надеюсь, что Пэт Брайан будет присутствовать на этой встрече. На этой встрече будет Энтони Бекман, который баллотируется в 16-м, сейчас уточню. Ты имеешь в виду... В 10-м округе, в местный сенат. Встречу с ним на радио? Нет, или я имею в виду встречу Потому что это суббота-воскресенье. Суббота-воскресенье, да. Мы проведем встречу, там будет опять Саргис Сангари, там будет Джефф Малфилдер. 19-й дистрикт, и там, возможно, скорее всего, будет Пэт О'Брайен, также будет Марк Керен, и, возможно, будет Дан Патлок. То есть, и, возможно, и, скорее всего, будет Дженни Айвс. Потрясающая женщина. С потрясающей биографией, с потрясающим резюме. В общем, следите за нашими программами, мы обязательно сообщим, уточним, это будет либо 10-го, либо 11-го, проведем это в Палатайне. Встречу. Следите за нашей группой на интернете. Да. Радио NVC. Я буду это ставить там как анонсмент. То есть это будет вверху группы, вы это сможете видеть. Еще American Education, American Immigration Education Fund заказала и еще закажет сайны. Давайте-ка поволонтерим, давайте-ка люди, которые, у которых есть возможность, приезжайте, мы будем бесплатно раздавать эти сайны с тем, чтобы их устанавливать. Это сайны, которые там Трамп, Пенс и так далее. То есть вот то, чего не хватает. Кто-то скажет, что это не имеет значения, они будут, так сказать, кто-то будет их убирать. Ничего, мы будем заказывать новые, будем ставить. Давайте что-то делать. Фонд, благодаря спонсорам, кстати, люди жертвуют деньги, и можете зайти на веб-сайт aiefund.org. Если у вас есть желание поддержать этот фонд, который вот на сегодняшний день своей задачей ставит помогать в том числе и людям пожилым, у которых проблемы с голосованием. Вчера было заседание совета директоров этого фонда, и распределились дома, где живут пожилые люди, так называемое субсидируемое жилье, у которых, которые не уверены, зарегистрированы они или не зарегистрированы, помочь зарегистрироваться и, возможно, окажем помощь для того, чтобы люди могли проголосовать имперсом, ну, те, кто отважится на то, чтобы пойти и проголосовать. Ну, а те, кто будет голосовать по почте, тоже помогут, расскажут, как это нужно сделать. Так что, пожалуйста, aiefund.org. Ну и за сайнами, за этими, это ярд-сайны, волонтеры, пожалуйста, кто желает, приходите к нам на радио, я дам сайны, и с тем, чтобы украсить наши пригороды вот этими сайнами, не только Black Lives Matter, не только Антифа с их погромами, а вот призыв к тому, чтобы проголосовать. И вообще, я думаю, что у нас есть шанс что-то изменить в этом штате. Вот, кстати, наша радиослушательница в Калифорнии пишет, что в Калифорнии вас тоже слушают и очень надеются на перемены в Калифорнии. Нас слушают в Канаде. Друзья наши сказали, их родители живут в Торонто, они слушают... Нет, в Монреале. Они слушают наше радио. Вот так. Добрый день, пожалуйста, добрый в эфире. День. Алло, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вы говорите, ну, за Трампа, естественно, я знаю, я за него все время голосую. А вот за кого вы говорите, я не запоминаю. Вот Сангари вы говорили. Вы выберете когда-нибудь время какой-нибудь программы, 5 минут, и медленно продиктуйте, и я запишу, и так все остальные, за кого надо будет голосовать. Спасибо. Подождите, не отключайтесь. А у вас есть страничка на Facebook? Отключились. Значит, уважаемые радиослушатели, на Facebook есть страница Russian Radio NVC или Русское радио NVC.
и я сделаю там пост, который я, это так называемый пин, сделаю как его, как объявление, оно будет прямо вот в начале страницы, да, и там будут вот эти вот фотографии и имена, и вы сможете ознакомиться и записать. Да. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, если можно, назовите, пожалуйста, телефон компании, это American Education. Вы знаете, вы позвоните к нам в редакцию, потому что у меня под рукой просто сейчас нет. Okay. Хорошо? Хорошо. Вы знаете, 847-480-0023, позвоните в редакцию, вам подскажут. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, Олег. Добрый день. Да, трудно называть добрый день, потому что... Относительно, всем, да. Да, мы жили в это, я помню все, я помню прекрасно, как все это было. Я все другое скажу. Вы знаете, касаясь, вернувшись к 9-11 опять, когда конгрессвумен, так называемая, из Миннесоты, Омар, говорит, somebody did something, и этот человек... Она могла сказать все, что угодно, мы живем в свободной стране, но она представляет штат Миннесоту, конгрессмен. Если это ей прошло, и когда вы читаете на многих сайтах, это наше будущее, это неправда, это наше настоящее, это настоящая демократическая партия. Вот это лица демократической партии, которые полностью игнорируют 9-11 и все остальное вместе, и всю Америку вместе взятое, вы понимаете? Опять же, вот это лицо демократической партии. Вот и не будущее, а настоящее. Ей ни к чему не, она продолжает, ей помогает, she was endorsed другими, все, вот это реальность. Нэнси Пелоси ее поддержала и так далее. Да. И вы знаете, что самое печальное или самое настораживающее, то, что таких кандидатов, как она, в этот избирательный цикл будет гораздо больше. И да. Вот если демократы, если вот эти евреи, которые живут в Хайленд-парке, считают, что нужно поддержать таких, а, кстати, многие еврейские организации Миннесоты поддержали Ильхан Омар. Да. То же самое было с Рашидой Тлаиб. У меня не укладывается. Их тоже поддержали, ее. Да, вы абсолютно правы. Вот это, к сожалению, сегодня вот это страшное наше настоящее. А будущее, знаете, будущее что-то не очень хорошо выглядит. Юль, да. Вы знаете, ребята, когда у меня бывает, что я здесь, вы знаете, давно живу, больше 42 лет, когда у меня бывают стычки, бывают с американскими евреями, у меня очень коротко с ним разговаривали. Говорю, слушай, господа, мы здесь в Америке, а я хочу вас спросить, а что вы сделали во Вторую мировую войну, хоть спасти одного человека? Да, ваша делегация пошла к президенту Рузвельту, да, с ним говорила, и он вас просто выгнал оттуда, и вы тихо закрыли, ушли оттуда, утерлись и ушли. Причем, я когда был в Чикаго на многих выступлениях покойного Ребе Кохана, он все выступления начинал с этого. И почему он говорил? Он говорит, в других случаях евреи горой за чернокожих, горой за ЛГБТ, горой за всех, кроме за самого себя. Понимаете? Они ничего не сделали, абсолютно. Они пытались и замолкли все, и дали продолжение. Поэтому с этой публикой разговор очень короткий. You nothing. You did nothing for us. Вот и все, ребята. Спасибо, Алекс. Спасибо. Спасибо вам. Всего, да. К сожалению, они очень далеки от этих проблем евреев, а далеки от того, что пережили мы, приехавшие оттуда. У нас есть звонок, да, Сереж? Да, давай примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Спасибо, что взяли звонок. У меня два вопроса. Один короткий, наверное, быстрый. Я переехала из одного округа в другой округ. И как мне теперь вот в другом восстановиться или... Зарегистрироваться в другом округе обязательно. Обязательно. А как? Где? Ну, еще раз, вы можете выйти вот на этот веб-сайт, который я сказал, который назвал AIEFund.org. Там, если вы немножко scroll down, там есть информация по выборам. Нажмете на кнопочку, она вас выведет на веб-сайт, на котором вы можете проверить, где вы зарегистрированы, перерегистрироваться, изменение адреса и так далее. Во-первых, Township вам скажет,
к какому округу вы относитесь и как это сделать? Вы тоже можете позвонить в свой тауншип. Я знаю, что я была в 9-м, и что у меня все время была над головой Джан Чаковский. Чаковский? Ну, эту не прошибешь. Собрала столько денег. Сейчас я в другом округе живу, я даже не знаю, честно говоря, в каком. So, it's A-I-E... Fund. 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 F-U-N-D. Ну, это я поняла. Так, а вот теперь у меня второй вопрос. Спасибо за этот ответ. Вы знаете, я не работаю уже, я уже пенсионерка. А мои работающие дети очень недовольны tax-реформой. Они сказали, что у них в итоге все повысилось, они получили меньше рефанд. И когда я говорю, что вы же получали больше в течение года, они говорят, нет, это все вместе, в общем, нивелируется. И, короче, они недовольны. Что вот вы, работающие люди, что вы можете сказать по этому поводу? На мне-то это не отразилось. Понятно. На самом деле, кто-то, у кого-то, наверное, действительно ситуация изменилась. Вот я знаю, у меня мои приятели, там, которые живут в доме, у них подняли значительно текс, налог на прапорте и стали платить по 30 с лишним тысяч. А по новому закону они списать могут на налог на прапорте только 10 тысяч. Определенное количество, да. Да, для них это, конечно, существенно, с одной стороны. Но с другой стороны, автоматически списывалось раньше 12 тысяч. По новому закону, то есть 12 тысяч, это те, которые не облагались, первые 12 тысяч доходов, которые не облагались налогом. По новому закону, который подписал Трамп, эта сумма удвоилась. То есть и на детей еще дополнительно. Первые 24 тысячи не облагаются налогом. И как Олег справедливо. На детей, да, вы можете тоже списывать на детей. Посмотрите, значит, налоговая реформа, она всегда на кого-то она действует более положительно, на кого-то более отрицательно. Ну, там верхние брекеты, наверное, да, кто-то что-то потерял. То есть тут нужно, наверное, этот вопрос задавать скорее не нам, а экономистам, или не экономистам, а бухгалтерам. CPA, да, которые подготавливают ваши отчетные налоговые декларации, и они вам, наверное, это объясняют гораздо лучше, чем мы это сделаем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я хочу вернуться к началу террора. Можно? Конечно, можно. Вот до 2001 года, угу. Вы помните, в начале 90-х годов было нападение на эсминец американских ВМС и расстрел казарм больше 200 человек морских пехотинцев. Да, в Африке. И это начиналось все при Клинтоне. Но он был занят другим, у него было увлечение другое в овальном кабинете. А вот если бы тогда начали пресекать это, а это он спустил все на тормозах, и отсюда оно пошло. Вот так мне кажется. Ну, и спасибо большое за ваш звонок. И, к сожалению, чтобы, так сказать, отвлечь внимание общественности от скандала, связанного с оральным с овальным кабинетом, тихо, Сережа, сейчас тебя будут судить. Он, так сказать, отдал команду и разбомбили Сербию. Югославию разбомбили, да. По сути дела, разбомбили. Да. Причем бомбили жестоко. Это было, я считаю, это темное пятно на нашей истории, на истории Америки. Этого не следовало делать. Там были серьезные противоречия, там были какие-то напряжения, напряженка. О, кстати, Трамп Косово и Сербию помирил. Да, между прочим. Еще один пункт в список тех дел, за которые он заслуживает вот эту Нобелевскую премию. Между ними нормализуются отношения, а там было такое противостояние. Так вообще, жутко. Я тебе скажу, Трамп настолько много делает то, о чем мы не знаем. Вот, например, вакцина, которая готовится и которая скоро выйдет, должна выйти, которую, вот это слово, так боятся демократы. Ты знаешь, что Трамп подписал уже столько контрактов с производителями шприцов,
что когда будет вакцина, чтобы не нужно было даже ждать этого. Значит, подписаны контракты с поставщиками вот этих респираторов, маски, перчатки, прочее оборудование. Столько делается, только об этом не говорят. Нет, но говорят о другом. Но говорят о другом, что на его совести смерть людей, если ты... а не то, что он сделал для нас. И интересно, что когда была... когда был свиной грипп, это было при Байдене, который считает себя специалистом по вот этим вот вирусам. Значит, когда этот вирус случился, COVID, значит, февраль, Байден молчит, март молчит, июнь, июль, август он молчит, плана нету. Какой план? Ну, вакцина выйдет там в течение года. То есть его, о его планах вообще никто не знает. Планы возвращения рабочих мест мы не знаем. Планы увеличения заработных плат мы не знаем. Мы не знаем о его планах. Он об этом не говорит. Но зато Трамп у нас плохой. Все, что не делает. Причем на съезде было сказано, вы можете судить по фактам. Да на какие же факты ты смотришь? Неужели ты не смотришь на уровень безработицы, на то, как рос маркет, на то, сколько работ было возвращено? Я не говорю о том, что случилось после пандемии, но что для, до этого было. А, конечно, из пандемии сделали, вот, политизировали это все. Последние дни CNN, MSNBC, прям все это шатья-братья обсуждают одно. Вот, Вудвард написал, что Трамп downplayed вот серьезность, что он признался в частной беседе, что это серьезно, что ковид это страшнее, чем грипп, а и в то же время он обманывал народ, Трампа обвинили в том, что он об этом вообще не говорил, а Трамп говорит, ну я не хотел сеять панику, ну как можно еще об этом говорить, сеять панику, если даже без паники разобрали всю туалетную бумагу и все бумажные полотенца. Ребята, а представляете, что было бы, если паника, да размели бы эти магазины бы, к чертовой матери. И вот то, что ты перечислил, об этом же ни слова. Я даже сегодня включил, думаю, ну, факс показывает, транслирует мероприятия, приуроченные к этой трагической годовщине 19 лет назад. Включил CNN. Упомянули вскользь, да. И опять про опять Трамп обманул. Трамп не... и по его вине умерло там тысячи народу умерли. Если бы он вот сделал это, то что сделал Трамп, Байдену с Обамой не снилось даже. Ну, вспомни, как. Даже не снилось. Тот же Байден говорил, что все в порядке, все хорошо, и после того, как Трамп закрыл авиасообщение с Китаем. Он его обозвал расистом и всякими последними словами. И он, и многие другие. Ну, в общем, вот. В общем, да. Cynical лгуны, Трампа-ненавистники, ну, а заодно, поскольку Трамп представляет интересы Америки, заодно ненавидит и всю эту страну с ее капиталистическим буржуазным устроем и хотят перевернуть, совершить революцию. Как будто хоть одна революция сделала хоть кого-то счастливым. Друзья мои, ну а самое главное, все, так сказать, мы можем изливать души, мы можем говорить, выступать, протестовать, а самое главное произойдет 3 ноября. Пойдите на избирательный участок. Или даже до 3 ноября, начиная с 19 октября, да, у вас есть возможность... дня. Проголосовать, пойти проголосовать. И я вполне допускаю, что мы не только, так сказать, сохраним в Белом доме президента, но и, возможно, кстати, поменяем состав обещал, Нижней палаты. Я обещал, но так и не узнал. Это по поводу, вот ты говорил, вот эти вот вывески, сайн, которые где-то нельзя ставить в каких-то ассоциациях. Вот интересно, если я одену шапку мага, могу ли я зайти на избирательный участок? Нет, не можешь. Расценят ли они не вот можешь. Это вот как агитку? Не можешь. Я а если знаю. Задом наперед? Не можешь, ни значок, ничего нельзя этого делать, да. Считается. Агитка, этого ты делать Ну хорошо, но флаг американский я могу, вот? А, значок флага американского. Ты знаешь, на сегодняшний день можно предположить, что американский флаг вызывает у... Не просто особо либеральных. Сережа, не просто предположи, ты вспомни, когда мы поздравляли людей с праздником День независимости. Давай быстренько приведем. Какие были нападки, что мы обижаем других этим. Добрый день, вы в эфире. Так, вроде по голосу это самое, это, взрослый мужик. А ума нахуй, я, как у двухмесячного ребенка, блядь. Понял? Что, это что же, кто же у нас тут такой отчаянный? Не представитесь?
полковник Заболотный. Полковник Заболотный? Здравия желаю. Да. Это, как говорится, как надену портупею, так тупею и тупею. Хотя я знаю военных, бывших военных, вполне себе разумные люди. Ну, полковнику, видать, отбили. Вот Сергей Саргарев. О, вот это настоящий полковник. И говорит нормально, и слова знает, кроме матерных, в отличие от полковника Заболотного, так называемого. Ну что ж, дураков не сеют и не пашут. Они сами рождаются. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, Сережа. Добрый день, Олег. Я хочу такую вещь, я заметил интересную вещь, значит, если посмотреть, как в течение 4 лет президентства Дональда Трампа демократы его обвиняют во всех смертных грехах и стараются от него избавиться, если вы помните, я думаю, вы помните, Иван Андреевич Крылов, русский баснописец, написал такую басню «Волк и ягненок». Там были такие слова. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал. «И в темный лес ягненка поволок». Сказал, да. Вот что происходит. Он был очень дальновидный, Крылов. Он написал в точности, что сейчас происходит. Спасибо большое за ваш звонок. К сожалению, времени больше не осталось. А полковнику Заболотному у меня есть хороший специалист, который, возможно, сможет вам помочь решить ваши проблемы. Спасибо огромное. Всех благ.